Чё-то не знаю. Ой, нет, только не охранник. Ой, только не полицейский этот. Давай, давай. О, денежку, денежку, денежку. Ух ты, 80 монет. Вот, хорошо. 1300, 1300. Неплохо, неплохо, неплохо. Давай еще немножечко. Я в тебя верю. Ой, спасибо, спасибо. Бомбочка. Ой, ах. Да, Дуда, Дуда. Да, Дуда, плей. Дуда, плей. Всем привет, ребята. Вы на канале Дуда Плей, и мы играем в Burrito Bizone. И сейчас ананасовый шлепок шлепнет Бертаника, и мы заработаем денежек. Смотри, раз, два, три. Шлепок. Шлепок. И мы заработали 280 монеток. Ну, в принципе, неплохо. Конечно же, можно было больше. Ну, вот и так пойдет. Ой, молодец, денежки собирай. Ананасовый шлепок. Давай, 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 давай. О, бомбочка. Бомбочка, это хорошо. Пробиваем стену. Вот этот шлепок, он прям может и вторую стену пробить. Ну, не всегда, конечно, но бывает. Бывает, что пробивает. Есть, перчатка. Раз, два, три. На третий раз что-то мы никого не зашибли. Вот этих у нас медовые желейные мишки. Давайте, где ракета, где чё, алё? Нифига, она врезалась в стену, бедолашка. Смотри, вообще бедолага. Заработали 2200. О, хорошо, хорошо. Так, у нас то, Гарри Бабочки, давай, мы его сейчас зафигачим. Так, а ну-ка, секунду. На, получай, есть. И у нас суперсила. Бочки. Ой, отлично, смотри, какая скорость. О, нормально. Еще раз бочки, нифига себе. Ох, нифига мы пробили, какая скорость у нас, ребята. Давай, давай, бизончик. Я в тебя верю. У тебя все получится. Давай, бочки опять. Ай-яй-яй-яй, бочки, бочки, бочки. Так хотелось бы еще в бочку прыгнуть. Опа, ракетка, тоже неплохо. Бомбочка, супер, давай пробей. Есть, мы уже и бизоном пробили. А здесь, смотрите, какие желейные мишки. Фиолетовые, да? Мишки, 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 желейные мишки. О, давай, 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 вперед, отлично. Ой, давай, давай, перчатка, перчатка, перчатка. Ай-яй-яй-яй-яй, чуть-чуть не хватило до перчаточки. Ну, ладненько. Зато у нас побит новый рекорд. И мы отправляемся дальше. Так, давай, один удар и все. Так, вот так сейчас. Получай, на тебе, Гарри, в бабочке. Вот такой у нас ананасовый шлепок. Зарабатывает на желейных мишках деньги. Уже 70 монеток. О, еще 80 монеток открыла она. Молодец, прыгай, прыгай выше. Так, вот у нас желтенькие ребятушки. Уже желтенькие, да? Золотые наши мишки. Так сказать, медовые. Медовые желейные мишки. Они нам не в принципе уже не так, знаешь, необычны, как раньше. Потому что мы открыли уже новых фиолетовых мишек. Нам нужно до них дойти. Немножечко осталось. Давай, давай, давай. Ой, ключик, ключик, ключик. Ах, профигачили мы ключик. И скорость у нас была слишком маленькая. Поэтому мы разбились об эту шоколадную стену. Да. Торт. Тортик такой. Такая стена с тортиком. Идем дальше. Заработали 2300. Тоже весьма неплохо. Так, горебочки. Давай еще один удорчик. Ты мне дашь денежек. Может, не сильно и много? Но все равно. Есть. Сколько даст он? 160 монет. То очень мало. Это очень мало, нам нужно монет больше. Давай, бизончик, давай, работай. О, монетки, молодец, монетки получил, это хорошо, 80 монеток. Весьма неплохо. О, ё-моё, пробили стену, нормально, давай, поехали, поехали, работай. Мишки, 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 желейные мишки. О, давай, 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 раз, два, три. О, денежку. Ой, молодец, молодец, денежку взял. Хорошо. Давай, давай, давай. Еще, еще, еще. О, у нас еще есть. Перчатка была. Давай, давай, прыгай, прыгай, прыгай. Молодец, еще, еще, еще. О, так. Ух ты, спасибо. Может быть, мы пробьем стену-то следующую, нет? Ох, медведи кончаются, медведи кончаются. Ай-яй-яй. О, ух, меня это спасло. А, ну не особо, не особо спасло. Разбились. Раздави 50 желейных мишек с помощью чего там? О, поздравляем, ты получаешь первую конфету. Сохрани ее, она тебе пригодится, когда придет время путешествовать во времени.
Путешествие во времени. Вау! Пьесу, братаны, удваивает количество денег, получаемых во время взлета на короткий период времени. Мы открыли таких штучек. Клонирователь конфет навсегда удваивает количество получаемых тобой временных конфет. Даже тех, что у тебя уже есть. Так, ладно, это не надо. Продолжить. Так, пёсики. А почему у нас пёсики у нас закрыты? Так, будут пёсики. Да, у нас есть пёсики. Давай этого шлепнем. На, получай. Сколько мы сейчас... ничего не заработаем. Ну, ладно. Они там нам вот эти монетки должны увеличивать что-то там. Давай, я в тебя верю, давай. Ты должна хорошо работать. Бочки, отлично. Спасибо. Ну и что там, они приносят деньги или нет, а? Эти ребятушки, пёсики. Пёсики мне принесли что-нибудь денежки или нет? Алло. Ну, вроде бы приносят, не знаю. Ой, нет, только не охранник. Ой, только не полицейский этот. Давай. О, денежку. Ух ты, 80 монет. Вот, хорошо. 1300. Неплохо. Давай еще немножечко. Я в тебя верю. Ой, спасибо. Бомбочка. Ой, ах ты, в ракеты надо было попасть. Эх, сколько там получили. Карточку новую открыли, да ну. А ну. Так урацы увеличивает твою силу взлета, когда ты ударяешь противника и наносит ему больше урона. Так урацы. Давай. Получим такурацию. Мы получили такурацию. Ага, мы сейчас будем бизончиком играть. Угу. Хорошо. Отправляемся дальше. Так, такурация работает. На, получи. И мы взлетели очень сильно, очень мощно. И у нас есть монетки, которые мы зарабатываем немножечко больше, чем обычно. Так, перчатка. Раз, два, три. И нифига он вылетел как. О, сколько много монеток сейчас мы заработаем. Нифига себе. Ой, давай, бизончик, пожалуйста, давай. Хорошо, все делай. Вот, красиво. Вот, нифига, молодец. Выбил стену. Фиолетовый, у нас тут много фиолетовых чуваков. Ой, классно, смотри. Фиолетовые наши желейные мишки. Давай, еще немножечко. Давай, как бомбочку. Есть. Отлично. Еще одна бомбочка. Как круто, ребята. Давай, прыгай. Монетки. Нет, монетки. Во, монетки открыли. Давай, еще немножко. Давай, до ракеты. Ах, не получилось до ракеты. Ну, ладненько. Ух ты, режим секундомер открыт. Соревнуйся и сотрудничай с друзьями по Facebook, чтобы получить больше конфет. Ладно. Это неинтересно по Фейсбуку так. Новый рекорд мы открыли. Хорошо. И у нас открылся что-то в магазине интересное. Так, посмотрим. Ударный пилот можем увеличить. Так, хорошо. Ударный пилот вообще классная тема. Так, а здесь мы можем либо вот этих чуваков добавить, да? 17 тысяч монет. Здесь пока ничего не можем. Нет, давай сделаем ударный пилот, увеличим, да, чтобы мы прыгали больше, чтобы мы прыгали дальше. И проверим. Ух ты, а что за секундомер? А, ну понятно, это по Фейсбуку. Так, раз, два, три. Получай, ботаник. Давай, прыгаем. Опа! Нифига, ты что бешеная такая, а? Нифига, она реально бешеная, смотри. Сколько у нее сил, сколько энергии, как она прыгает хорошо. Так, вот давай бочки. Ох ты, не, бочки не получилось, знаешь почему? Да, потому что в стену мы врезались. Опа, есть бомбочка. Фига себе. А где у нас эта самая перчатка? О, я хочу перчатку пробовать. Раз, два. А, два раза только, потому что третий раз я профукал, да? О, давай. Ай, промазали, ладно. Ничего страшного. Пробивай стену. Да почему? Почему ты не пробила стену? У тебя что? Такая скорость была бешеная. Да. 1300. Хорошо. Тоже весьма неплохо. Так, давай этого стукнем сейчас. Раз. На, получай. Есть. Ударчик. Так, хорошо, идем дальше. Прыгаем. Ой, спасибо. Бомбочка. Еще тоже спасибо. Так, жвачки. Ой. Я хотел этого, значит, перчаточку одеть. Да, смотри, значительно мы быстрее прыгаем. Вот, денежка, ракета,
Ух ты, прям смотри, скорость набирай, да? Прям нормально, молодец. Ой-ой-ой, давай, ой, врезались. Давай пробьем стену. Нифига, не хватает энергии, да, пробить. Хорошо, а сколько заработали? А заработали мы 1700. Вообще всего 16 тысяч. Так, ух ты, шоколадный заяц появился. А, что-то я шоколадного зайца не то самое не убил. Ну ладно. Ничего страшного. Да, но у нас эти железные мишки, они особо много денег не приносят, да? Я смотрю. Синенькие, да, самые первые. Ох-ох-ох, давай-давай-давай-давай, еще немножечко. О, есть. Ах ты, профукали. Бочки хотя бы взять. А, и бочки тоже не взяли. Все, пробили стену. Ну, первую стену мы легко пробиваем, кстати. А раньше мы стену первую вообще не пробивали. О, давай, прыгай, прыгай. О, бочка. Давайте, железные мишки. Ну, что у вас так мало здесь, а? Алло. Мало вообще этих желейных... Как его? Желейных мишек мало здесь. Ладно. Так, давай. Попробуем, сейчас мы тебя... Сейчас мы тебя... Опа! На, получай. Отлично. Прям таких шоколадного зайца. Ух, нифига, Бизон что-то обезумел. Смотри. Фига, он мочит всех. Полицейского даже перепрыгнули. Молодцы. Давай. Опа. Денежка, денежка, денежка. Есть. Мы заработали денежку. 80 монеток, тоже неплохо весьма. Давай, прыгай, Бизончик, вот еще деньги забери. Ой, молодец. Хоть 80 и немного, но, в принципе, пойдет. Так, что-то мы перчатку стали мало брать. Только прокачали. И вообще, что-то я не помню уже, когда мы эту брали перчатку. Вот, смотри, взрыв. Пробили, пробили, хорошо, отлично. И у нас другие тут мишки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, скорость теряем. О, хорошо. Раз, два, три. Неплохо. Вот так, давай, прыгай. Опа. Еще немножечко. Давай. Ой, хорошо. Еще. Эх, все. Да, было интересно. Желейные мишки. Смотри, там всякие разные желейные мишки будут. И у нас открылся магазинчик. Сейчас посмотрим, что мы здесь можем приобрести. А, мы можем улучшить. Либо вот этого Бертаника, либо Гарри Бао. Давай Бертаника увеличим. Все. Пиньяты улучшена. Ух ты. Теперь пиньяты наполнены более ценными вкусняшками. Ну, дайте мне пиньятку. Это что получается? Только через 2 часа будет пиньятка? Угу. Три раза больше пиньят. Посмотри, короткое видео получи на не одну пиньяту, а целых 3. Ух ты. Прикол. Ой, пиньята. Пиньята нам открылась, смотри. Давай ее попробуем разбить. Опа, опа. Опа, что там открылось? Ух ты. О, 6000. Неплохо. Ракетное топливо мы открыли. Дополнительные реактивные удары на старте. Замечательно. Ух ты. Песо братаны открылись. Удваивает количество денег, получаемых во время взлета. На короткий период времени. И еще 10 тысяч мы открыли. Ух ты, спасибо большое, большое спасибо. И мы даже можем улучшить вот этого чувака. Гарри Бау. Ну давай, давай. Давай купим. Так уж и быть, ничего страшного. Купили, да купили. Так, шоколадный заяц, давай попробуем мы тебя попасть еще. Потому что тебе так не так легко попасть. А, промахнулись, да? Ой-ой-ой, к сожалению, промахнулись. О, прыгалка. Раз. Опа. Ракета наша такая. Ой, давай еще прыгай. Сколько у нас там? 120 монет? Мало, очень мало. Да, шоколадный заяц какой-то сложный. Сложный чувак. Как его победить, я вообще не понимаю. Ну, не всегда он побеждается. Раз, два, три. Ой, профукали мы. Ну, большая скорость просто у нас. Просто на большой скорости, я думаю. Ой, что-то я это самое... Пролетел эту штуку. Давай так, раз, два. А, на третий раз не хватило, и мы застряли в стене. Да, ну, и такое бывает. Ну что ж, будем заканчивать серию. Большое спасибо за просмотр. Подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии. До новых встреч, всем пока-пока.